14 октября 2024 год. Коротенькая эмоциональная запись по поводу часто повторяющихся комментариев, где бы вы, украинцы, были без западного вооружения, без западной помощи. Объясняю коротко и ясно. Мы были бы там же, где был бы Советский Союз, без ленд-лиза во время Второй мировой войны. То есть в оккупации полной, частичной, то есть как бы, ну, в гораздо большей оккупации, чем ныне. Вообще не понимаю этого вопроса. По-моему, блин, с каменного века не воюют люди своим оружием. То есть, да, там, при, в каменном веке, там еще, наверное, какой булыжник схватил, тот и твой, да? То есть, как бы, да и то, я думаю, были трофейные какие-то булыжники, ножи там или еще что-нибудь такое. Понимаете, вы, россияне, сейчас чем воюете? Не шахедами этими сраными иранскими, блин, надеюсь, Израиль разберется в конце концов с этими утырками, блин, нафиг, так же, как мы разберемся с вами рано или поздно. Вы не нанимаете сейчас северокорейских солдат, блин, господи, я не знаю, скоро вы пещерных троллей будете нанимать. Это просто, я не знаю, каких-то, ну, или Северная Корея вам не дает снаряда, сейчас говорят, что половина снарядов ваших это с Северной Кореи снаряды. Уродские, там, скотские, без качества, ну, как сами севернокорейцы, да? То есть, как бы, блин, отбитые наглухо, блин. Но, тем не менее, вы же не можете своим оружием воевать против нас только. Вы воюете еще и американским оружием каким-то, да? Ставите чипы какие-то себе в ракеты, ставите или не ставите, блин, я что-то не пойму. О чем вы говорите? Будем бить у вас как получается, чем получается, что под руку попадается. Просто мы защищаем свою страну. Конечно, вы там, блин, нафиг в 3 раза больше по, блин, населению. Конечно, вы по ресурсам там в 10 раз больше, чем Украина. Но мы защищаем свою страну. А вы оккупанты, вы нападаете. И мы будем от вас отбиваться тем, чем можем. Кто нам чем помогает? Леопардами, F-16. Вот сейчас хорошо F-16 сбил наконец-то сушку 34-ю, да, с этими кабами. Эти кабы достали. Да? То есть будем так защищаться и отбиваться, и перебьем вас, перемелем, пока не останется ни одного человека, который бы даже за 3 миллиона, вот сейчас 3 миллиона в Белгородской области предлагают, чтобы пойти сюда украинцев поубивать. Скоро будут 10 предлагать, и никто не будет идти, потому что все будут понимать, что лучше сразу застрелиться и все, и не идти сюда. Понятно? Это, блин, нафиг, как бы вы делали без американского вооружения. Так я напоминаю, что, блин, нафиг, флагман Черноморского флота, этот сраный крейсер Москва, отправили на дно мы, украинцы, своим аутентичным украинскими Нептунами, понимаете? Не американским вооружением, не чем-то еще, своими Нептунами украинскими. А и, между прочим, последний раз Россия теряла флагман флота, блин, нафиг, при русско-японской войне больше 100 лет назад. Там, 1805, да, когда там русско-японская была. Даже во время Второй мировой и Первой мировой не теряла Россия флагман флота, блин. Но мы, украинцы, умудрились своим аутентичным оружием безо всяких, блин, американцев, там, японцев или еще кого-нибудь утопить ваш этот сраный, во-первых, флагман, во-вторых, весь остальной Черноморский флот. Как у вас там Черноморский флот себя сейчас чувствует? Позвольте мне спросить. И там по нафтобазам я еще хочу спросить. Крым, кстати, ждите уже, я не знаю. Даже уже не ждите, а готовьтесь, по-моему, так. Просто, ну, уже, по-моему... Не сегодня, а так завтра. Все буду Украина.